Приветствую вас на канале Мос Алим. Сегодня мы работаем с автомобилем ГАЗ-3102 Волга. Такой вот огромный у него багажник. Я думаю, многие из вас уже знают этот автомобиль. Не понаслышке. Багажник здоровенный, но в нем нет никакой шумки. Один металл. Так выглядят двери. Вот это вот же заводская сумка. Вот она. Что-то вроде вибра. Только сверху не фольга, а бумага. А вот крыша приятно удивляет. Проклеена такими огромными листами фольгированной вибрухи. Практически вся поверхность. Но мы все равно добавим свою. Обязательно. Дальше пол. Вот она, заводская шумка. Черная. Видно тоннель серого цвета. А вот это черного цвета, это вибра. Она приклеивается на заводе на горячую. Удалять мы ее не будем, просто протрем обезжиривателем. Уберем весь мусор и проклеим своей вибрухой. На самом деле автомобиль отечественный, шумный. Но многие иномарки позавидуют такому количеству заводской шумки. На самом деле такого практически нигде не встретишь сейчас. Передняя дверь водительская. Тоже вот она. Заводская вибра. Такого же плана, как и на задних дверях. Ну что, сейчас обезжирим все и приступим к поклейке.